И подписался? Нет. Ну так подпишись. Ну а спонсор данного ролика — моя страница во ВКонтакте. Ребят, я решил, чтобы вы не просто так подписывались на мою страницу во ВКонтакте, а чтобы вы делали репост конкурса на 100 модов, и в следующем видосе обязательно найду какого-то победителя. Моя ссылка на мою страницу будет в описании, обязательно переходи, подписывайся, ребят, условия очень просты, для того, чтобы можно было бы просто получить 100 алмазов на ваш аккаунт, то есть нужно просто сделать репост на своей странице, быть подписанным обязательно на этот мой канал, потом обязательно подписаться на мою страничку во ВКонтакте, как я вам говорил, и обязательно скриншот подписки моего канала, когда вы репостите данный пост в описании, когда вы репостите данный конкурс у себя на странице, в посте, в репосте этого конкурса, вставить фотографию подписки на мой канал и еще айдишку на свой ВК. И завтра в субботу, я сделаю анонс этого конкурса, кто победил, и покажу в начале ролика, ребят. Спасибо большое, ребят, поехали. И всем-всем привет, ребят, с вами Круки, а это новая чувствительность, ребят, чувствительности на телефон, ребят, еще раз буду говорить постоянно, пишите в комментах пишите, если вашего телефона нету в этом видео, обязательно пиши, и я в следующем видосе вставлю твой телефон, обязательно поставь лайк, давайте наберем 200 лайков, и выходит новый видосик по чувствительностями. И вы мне постоянно пишите, ты не выбрал мой телефон и все остальное. Пиши больше комментариев, пиши под 10-20 комментариев твоего телефона, и он обязательно попадет в следующий видос. Ребят, ставим лайки, подписываемся на мой канал, поехали, к чувствительностям. Ребят, надеюсь, вам понравились эти чувствительности. Если вы дострели до этого момента, напишите кодовое слово конкурс, и все, я буду знать то, что ты досмотрел до этого момента, и ты просто пушечка, ты лучший, ты красавчик. Если твоего телефона, повторюсь, нету, пиши в комментариях обязательно свой телефончик, и в следующем видосе он будет. Главное, пиши побольше комментариев, это мне поможет выбиться в топ в рекомендации по Ютубу, и больше шансов у тебя будет, чтобы твой телефон, твоя чувствительность на твой телефон была в следующем видосе. Ребят, еще раз повторюсь, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, набираем 200 лайков, будет новый видосик, ребят. С вами был Кроки, всем пока!